皆さんこんにちは、マリアチビへようこそ。本日は久しぶりにコラボ動画です。はい、イエーイ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、今日はなんと、まあ、私たちの後ろにすごい、そう、動画だったら伝わらないけどすごい香りしてるみかんの木が並んでるんですけれども、実は、ただいま和歌山県に、クリスティーナさん、旦那さんと一緒にやってる農園にて撮影をしてます。実はクリスティナさんの生い立ちの面白いところは、ロシア人なんですが、中国に6年間住んでから日本に移住しました。でもう日本に来てから何年になる？2年前日本に来て、中国に住んでたのになんで日本に来ようと思ったをちょっと聞いてみたいと思います。はい、わかりました。パロスキムンゴリで。モルナパロスキ一つもう一つ言います。一応日本語はまだ自信ないそうなので、まあ、できるところは日本語で、あとはロシア語で会話をして、翻訳の字幕つけますので、皆さん字幕読みながらなんですが、最後まで楽しんでください。私はロシアで、大学2のバーレの、練習、それから、大学を終わりました。私は中国行きました。そう、中国で6年働きました。もうバーレ先生、そう、それから、結婚しました。私の旦那さんの一緒に日本に行きました。Вот. И немножко по-русски. Такой. Слишком быстро получается по-японски. Да, получается. Вся жизнь за 30 секунд. За 30 секунд, да, получается так. Ну, в общем, подробнее. Я училась вот в университете. Училась одновременно и на балетном, и на, в общем, китаеведении, можно так сказать. Вот учила китайский язык. И закончила, и мне предложили работу знакомой в Китае в одной балетной школе. Вот, я согласилась. Мне было интересно такой опыт жизненный. Вот, в общем, я переехала, на 6 лет жила в Ханчжоу. Работала в такой наполовину русской, наполовину китайской школе. В общем-то, вот этим танцами занималась. Где-то год, нет, 3 года назад наши друзья общие познакомили меня с Юхэем. Вот мы год общались с ним онлайн, каждый день списывались, в мессенджерах сидели, там фотки какие-то посылали. То есть только вы не встречались в реале, только переписывались? Нет. И разговаривали, да, по видео? Только, только по видео, потому что тогда уже началась, мы хотели встретиться, началась корона, вот, и границы все перекрылись, вот, и у нас ничего не получалось много раз. Вот, и Юхэй уже онлайн, потом через год сделал мне предложение также. Вот, в онлайне мы тоже познакомились с моими родителями, там видео было. С его родителями я тоже по видео познакомилась. Вот, я согласилась, потому что уже год общалась, уже друг друга мы узнали, вот, другу понравились. Ты поняла, что хочешь быть с этим человеком? Да, ну, то есть он прям такой, как сказать... Все качества, которые я бы хотела в своем супруге, своей половинке видеть, в нем все это было. Вот. Так что вот так вот неожиданно получилось. Вот. В итоге мы там делали очень... Переезд был очень сложный, очень такой длительный. Два раза отменялся вылет, потому что тоже бесконечно коронавирус то прекращался, то опять начинался, и правила вот эти все вводились в разных странах по-разному, поэтому получалось вот так. Китай вообще самая, по-моему, самая закрытая граница в Азии. Да, самая закрытая. И вторая по закрытости это Япония, да? Да. Там был как пинг-понг, то есть, получается, Китай открывался, закрывался Япония, потом Япония открывался, Китай снова третья, там четвертая волна локдауна, и, в общем, вот так вот. У нас два самолета отменялось. И визы также. Я делала одну визу, все прекращалось. Потом заново собирали документы, другую. И, в общем, уже практически я уже отчаивалась. Но как бы мой вот будущий супруг, он прям так настойчиво звонил там в посольство, везде, в консульство, прям выбивал встречи, чтобы было вот это все. Вот, много чего сделал. В общем, молодец.
У тебя еще и собака была. Да, я только сегодня узнала. Да, у меня еще собака была. Вот, маленькая чихуахуа, я приобрела ее в Китае. И с ней тоже было очень много вот этой возни с документами, потому что в Японии очень строгие правила приема. Вот нужно переехать, там очень много документов, прививок сделать. Но вот мы за 6 месяцев все вот это сделали. И я с ней в итоге прилетела в Нариту. Вот, супруг встретил нас. Все, вот мы чуть-чуть побыли в Токио и поехали уже сюда. Вот, через, наверное, сколько там, 3, наверное, месяца. А у нас была свадьба. Вот, традиционная, в синтоистском храме, в кимоно. Очень красиво, мне очень понравилось. Да, ну, в итоге вот сейчас я здесь, живу уже 2 года. Как тебе? Да, ну, мне очень нравится. Во-первых, в Японии я... За год у меня ушел весь стресс, который у меня накопился в Китае, потому что была работа очень, ну, сложная и как это, переработки. Переработки? Переработки. Это было обязательно? Были... Да. То есть, если ты не перерабатываешь, то это... Ну, там могли вычесть из зарплаты твоей, или там премию не дать, или там вообще, ну, в принципе, они до последнего уговаривали, вот. Ну, там были иногда прям совсем ситуации такие, ну, прям, если я кому-то рассказывала, они прям говорят, ну, вообще-то прям too much. Ну, вот в Китае такие практики вот есть. И я очень много стресса получила, и очень такая, приехала в Японию очень кусой, прям, вообще там 39 килограмм, вот. А, как бы, поэтому вот когда мы еще уже последние там несколько месяцев общались, и у меня вообще уже на работе был такой завал, я ничего не успевала, ну, не то, что ничего не успевала, то есть своей личной жизни никакой не было. У меня было 3-4 максимум выходных, это в месяц. Ого! Да, у меня каждый день я работала по 5, допустим, часов, но в субботу-воскресенье, допустим, в субботу я уходила из дома в 8, и приходила полдевятого. И у меня на обед было только 45 минут. И все. Ну, то есть у меня уже такое было, что очень устала. Ну, устал. Это как выгорание. Да, то есть да, уже да. Очень сильное. А там это законно, вот эти вот переработки? Там, да. А там все так работают. И китайцы так работают, иностранцы работают. Зависит еще от компании. Вот я работала в 2 компаниях. Первая у нас был достаточно такой прям релакс. У меня было, ну, это было в маленьком городе. И у меня было не так много уроков, и хозяин был, ну, так как бы, этого заведения более такой лояльный. Он не особо знал, что там в балете. Он такой тоже практически деревенский, такой парнишка, он открыл, и он чем таким занимался. Вот, и поэтому было так лайтово. А потом, когда я через год пришла в другую компанию, там уже 4 года проработала, там... Так как это франшиза русская была, там был уровень намного выше. Вот. У нас были русские преподаватели, китайские преподаватели. И там уровень вообще, во-первых, Ханчжоу это уже, ну, миллионник. Там был поток детей большой, групп было много, и в каждой группе было уже там по 20 человек. То есть как бы у меня даже ассистенты уже там были, потому что собрать всю детей нужно было. Вот. Я работала в 3 филиалах, нет, получается, в 4 филиалах. То есть, допустим, в субботу, воскресенье я работала сначала там в одном филиале 2 часа, потом на такси я быстро-быстро ехала и кушала в такси, и ехала в другой филиал, и там уже до вечера. Вот. Плюс у нас еще были всякие концерты там, потом были собрания, которые могли длиться 5 часов, 6 часов, это просто... Что вы там обсуждали 5-6 часов? Ничего существенного, просто вот надо было поговорить, быть, да? Да, надо было быть, нельзя было отлынивать. Были экзамены у детей, были экзамены, когда комиссия приезжала, и нас прям начальство, то есть у нас весь класс был в камерах, то есть ты и так устала, потому что у тебя много уроков, так еще каждый урок... У тебя в классе там 4-5 камер, и все на тебя смотрят, а эти камеры выводятся в холл, где огромный телевизор, и родители смотрят. И практически после каждого урока я выходила в коридор, чтобы просто там попить или что-то, но меня окружали сразу родители, которые что-то хотели, у них какие-то либо претензии, либо какие-то там просто поговорить, просто пообщаться. Каждому маме нужно было спросить, как мой ребенок, а у меня таких 20. И то есть у меня обед превращался просто в... Общение с родителями. Сессию с родителями, да? Да, у меня как бы школа говорила, что нужно общаться с родителями, потому что клиентская база, это очень важно. Мы делали всякие мероприятия, я участвовала, так как я говорю по-китайски, меня использовали еще как
рекламу. То есть мы ездили в школы, делали открытые уроки. Я еще даже как-то год работала, они открыли курс в детском саду, китайский киндерган. Я еще туда ездила, тоже я. Вот. И, в общем, вот так, в таком темпе я работала 5 лет. И то есть в конце уже, когда я уже, ну, мы начали уже с Юхэем уже думать, что мы уже как уже все жить вместе, он прям уже меня туда, что вот. Но он видел, что я уже просто вот еще чуть-чуть и все. То есть я даже, у меня там было там 2 нервных срыва, то есть и под капельницей я лежала из-за того, что переработка была. Вот. Ну, в общем, я вовремя нашла Юхэя. Можно так сказать. Это судьба, да. Переехала. Сейчас я выходные здесь, вот, на Мандаринке. Это просто релакс. Да, это вообще, я вот за год в жизни вот в японском маленьком городе, и еще по выходным мы приезжаем в деревню, у меня вообще стресс очень быстро ушел. Я прям вообще, я спать стала хорошо. Я что-то кушать, кстати, стало тоже хорошо. Вот, и здесь фрукты тоже очень, все свои, очень вкусные мандарины. Да. То есть ничего там, ну, такого химического нет. Без добавок. Да, без добавок. Без добавок. Ничего. Органическое. Так как мы производители, я точно знаю, что ничего не добавляется. Вот. Но ты же работаешь здесь тоже, да, так? Да, и будни, и, получается, выходные здесь. То есть 7 дней в неделю? Да, но у меня часов, получается, очень мало. Угу. Получается, сейчас у меня, мы открыли, вот, год уже работаем. Студия танца, своя Адетта, вот клуб танца, тоже балет, я все тоже то же самое, что делаю, да, я преподаю здесь, но уже это как бы вот я уже сама твоё, себе, мое, да, я делаю как мне вот нужно, как вот я это вижу, как вот я думаю, что это правильно, вот. И здесь я работаю в день, ну, максимальное количество 4 часа, ну, это прям вот редко бывает 4, обычно 3 часа вот так. Вот, у меня вот с понедельника по пятницу балет, кей-поп, еще там ряд танцев. То есть, хореография. Да, каждый день хореография. Вот. И выходные мы приезжаем сюда. Я помогаю вот Юхэю с мандаринами собирать, рекламу для мандаринов делать, помогаем, фотосессии какие-то делаем здесь. Видео снимаем. Да, видео снимаем. А сами что-то мы тоже снимаем такое. Так что вот так вот получается. Здорово. Да. А, вот смотри, ты жила перед приездом в Ханчжоу, ты сказала, это же огромный город, и приехала сюда, в Японию, причем не в Токио, а, ну, вот в Окаяма-кен, это, ну, такой, ну, регион, как бы, где не так много народа, и как ты себя здесь чувствуешь? Что-то тебя удивило, может быть, что нравится, что не нравится? Ну, вообще, в принципе, и в Японии повсеместно, не только здесь, что менталитет более спокойный по сравнению с Китаем, потому что там я получала стресс еще дополнительно, потому что на каждом квадратном метре очень много людей, и как бы нету того буферного пространства, где ты чувствуешь себя, ну, как-то хорошо и закрыто, то есть, ну, как-то вот стресс. Зона комфорта, да. То есть, да, то есть зона комфорта здесь, ну, вот так. То есть, если в Японии я могу как бы вот так, да, то, ну, это было прям так. Поэтому вот это здесь меня удивило, и мне очень это нравится. То есть я чувствую себя, ну, даже вот в забитом общественном транспорте как-то даже вот, ну, нормально. Вот. Плюс здесь все более размеренно. Понятно, что, допустим, в Осаке более быстрый темп, а здесь более размеренный. Вот. И мне тоже нравится, потому что я отдохнула от мегаполиса и как-то втянулась в этот размеренный. У меня какие-то ритуалы появились дома утренние, там, да. Я там могу там летом открыть там окно панорамное, там сидеть, там кофе, чай пить, например. Здорово. Вот. Да, или там с собакой пойти сразу к морю. Вот море вообще это прям мечта. Вот. Ну, какую-то энергию получить от этого всего. Да. То есть... А здесь мне нравится то, что ты не бежишь, как белка в колесе, вот-вот, по этой жизни. То есть там работа, дом, работа, дом, там вот это вот все вот так. А вот именно живешь. Наслаждаешься да, каждым днём, да? Да, то есть ты там приезжаешь, там тут что-то собираешь, что там с родственниками уже можно пообщаться. Там, вот, у меня тоже на работе тоже, в принципе, такой лайт вообще. Вот, здесь еще очень красивая природа. Да. Вот.
Здорово. Горы, считай, море, горные реки, это вообще отдельное. Mm-hmm. Там, конечно, очень холодная вода, но вот мы, когда часто ездим в путешествия с Чаном, и мы прям, ну, я прям вижу там прям кристальные чистоты. Вот я нигде, честно говоря, еще вот в своей жизни не видела такой кристальной чистоты. Mm-hmm. Вот водопады здесь. А, то есть лес, вообще лес сказочный, там и пихтовые деревья есть, и ёлочные, и вот и тут же бамбук, вот, очень много храмов. Я здесь очень полюбила ездить по синтейским храмам, вот, я уже думаю завести себе эту книжку, где же там поставить, да. собирать, интересно. Весело, да. То есть мы, ну, больше 20, а может быть и 30 уже посетили. То есть мы по конца ездим, и обязательно в каждой поездке мы какой-то новый храм посещаем. Я что-нибудь из храма могу привезти. Ну, есть что-то вот интересное такое. Вот. Очень здорово. То есть прям вот такой релакс вообще. То есть какие у тебя планы на будущее? Тебе все нравится? Ты хочешь остаться здесь жить на все время? Или, может быть, куда-то опять попробовать приехать? Я думаю, нет. Как бы у Юхэ как бы здесь семья. Вот его дом. И я думаю, что если... заставить его переехать. Может быть, он из любви ко мне куда-то и переедет, но я знаю, что для него это будет большой стресс, потому что он не городской человек. Yeah. И пожив здесь 2 года, я поняла, что, возможно, и я не городской человек. Вот. Если, конечно, у нас так как Осака, Чикаго, очень близко, а мы в любое время садимся на машину, если мы хотим каких-то увеселений, типа там шопинга, что-то, да, все прелести большого города. Мы сели, 40 минут мы уже в Осаке. Ну, там, может, чуть побольше. И то есть, если нам нужно, мы ездим в Осаку достаточно часто. А вот чтобы жить в этом шуме, как бы, ну не все могут. Вот да, я понимаю. Я поняла, что можно и в маленьком городе себя реализовать. Может быть, да, не будет какой-то у меня какой-то грандиозной большой школы, какой-то там, не знаю. Но свое что-то, да, что мне греет душу, что вот что я вот как-то воплощаю, это все равно есть. Вот. И думаю, для тела и для ума тоже хорошо здесь жить. А так, если хочется чего-то такого городского, то вот поезд. Ну, да. Машина, ты поехал, и все. У вас в этом плане здесь классно. Окаяма, на поезд сел, и сразу Осака, Киото, Нара, да, вообще, да, Кобе, да, 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 вообще да. Все близко. Да, даже как бы. А хоть у меня муж как бы, ну, иногда печалится из-за того, что я не могу как-то много своего потенциала куда-то внести, но даже вот моделинг тоже вот я несколько раз участвовала там с девочкой, тоже с японкой с одной. Я просто в Киото приезжала и все, потом уезжала. Ну да. То есть, в принципе, все возможно, только не нужно вот ограничивать себя. Да, то есть некоторые, да, люди говорят, вот я в деревне живу, и все, вот эта деревня ограничивается. Я думаю, нужно пользоваться благами и деревни, и благами города. Да. И тогда жизнь будет и разнообразная, и нет стресса. Вот этого всего. Тем более, что человек — это вообще часть природы. Мы же тоже природа. Да, правильно? Да, вот. Нам это гораздо привычнее быть внутри природы. Да, и как-то вот даже вот мы на день, допустим, в воскресенье или субботу, вот вчера тоже мы с утра приходим, там 3-4 часа там собираем, потом обед, потом еще там до 5 часов собираем. И вот я раньше себе даже первый раз, я даже себе эти вставляла, типа там музыку слушала и какие-то книги, а сейчас я даже вообще ничего убираю, все. И просто вот у тебя мыслей нет никаких. И это очень, ну вот, очень кайфово, когда у тебя нет словесной жвачки в голове. То есть ты ни о чем не думаешь, ты просто собираешь там воздух, да, вот. Тут же музыка есть, слушай, да. Вороны. Да, фактически там утки, палец. Вороны, все. Я даже вот как, конечно, ты в конце дня устаешь, то есть, ну, как-то работа физическая, но не так, как ты эмоционально. То есть физически ты устал, пришел домой, и ты тебя вырубило, и ты спишь замечательно. Здоровым, глубоким сном, да? Да, и все, да? Да. И ты проснулся свеженький. А когда ты эмоционально выгораешь и устаешь, ты приходишь, и ты не спишь. Потому что у тебя вот в голове крутится, крутится, да. А здесь ты просто вот. Что-то отрываешь, вот это все. Все. Голова просто чистая. Вот. Я не думаю, что нет, скорее всего, мы никуда не будем переезжать, и будем здесь развивать. Я как бы буду студию развивать здесь, Юхэй свое, как бы. У него здесь работа. Вот. Поэтому как бы так.
Понятно. Это очень здорово, твой разговор. Я послушала, он так это очень греет душу. Спасибо тебе за твое дело нелегкое, развивать балет, который не очень популярен в Японии. Желаю тебе успехов, чтобы школа развивалась. Ну, я тоже. У меня как бы сейчас цель стоит это вот немножко расширить свою студию. Вот, и просто вот, чтобы у детей, даже вот здесь, которые живут, по сути, ну, в деревне, у меня есть кто-то вообще, ну, прям совсем в сельской местности, а вот, чтобы у них была возможность, что такое тоже есть. Потому что не часто, вот в Кайнане, кроме меня, балетом никто не занимается. В Окаяме есть студии, но тоже там 2-3 и все. Выбора нет. Здесь в Ориде тоже нет. Поэтому вот со всей вот этой Ориды там это они приезжают, ну, ко мне заниматься, кто хочет. Я думаю, это важно, да, что, потому что, может быть, ребенок хочет или родители там хотят, но у них просто даже нет возможности территориально. В Осаку ты не поедешь каждый урок, да? Да. Вот, поэтому даже вот такие маленькие заведения там, как у нас, тоже важно. Просто. Если вдруг из смотрящих нас кто-то живет в районе Вакаямы или, может быть, Южной Осаки, то, пожалуйста, я помещу ссылку сайта Кристины, да? У тебя есть сайт? У меня Инстаграм. Два Инстаграма есть мой и студии. Вот, так что проверяйте, смотрите. И еще, конечно же, раз мы в таком месте, я также помещу ссылки, где можно купить вот эти прекрасные мандаринчики, да, которые мы сейчас закончим видео и будем кушать. Вот, вы тоже можете их купить. Кто живет в Кансае, может купить напрямую. Кто живет в других регионах, может заказать по интернету. Вот. Спасибо тебе сегодня за интервью, за такой прекрасный опыт. Отдохнула душой и сердцем. Вот. И спасибо всем вам, что смотрели. Аригато. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Пока-пока.